В Астане возросло количество больных СПИДом среди доноров и беременных женщин. Такие данные озвучили сегодня врачи городского СПИД-центра. В стране наблюдается резкий рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, причем прогнозы неутешительны. В ближайшее время медики ожидают увеличения числа больных с 17 до 21%. Если раньше ВИЧ был распространен по большей части среди группы риска, наркоманов, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и девушек легкого поведения, то в последнее время носителями вируса становятся представители благополучных слоев населения. Особую обеспокоенность вызывает заболеваемость среди доноров и беременных женщин. Только за истекший период этого года зарегистрировано 9 случаев ВИЧ-инфекции среди доноров. На 1 ноября количество беременных уже достигло 12 человек.